Мы пришли в секонд-хенд от Красного Креста. Видите? Дали нам карточки такие. Там написано, какую одежду, в каком количестве мы можем взять. Сейчас посмотрим, возьмем что-то налито. А то уже бывает такое, что тепло. Ну, бывает, потому что вы все видите, мы снова в куртках. Вот, а у нас ничего такого нет. Все теплое, зимнее, осеннее. Посмотрите, это секонд-хенд. Такая всячина. Вот такой вот он, шведский секонд-хенд. Такая голова для тренировки, чески тренировать. Как я думала, сделаем ремонт, такой столик поставим овальный, чтобы вся семья помещалась. Ну, не судьба. Смотрите, это все в секонд-хенде, представляете? Какие здесь секонд-хенды, там трюмо какое-то, диваны, ковры. Какие здесь интересные вещи. Только что мужчина отсюда конг забрал. Сундуки с сокровищ. 1817 год. Смотрите, какие раритеты. Зеркала старинные. Смотрите. Даже не вижу, где здесь год написан. В общем-то, печатная машинка такая. Очень старая. Вот такое вот здесь можно увидеть. Планшет, тут телефон нужно купить. Сами. Зарядочки. Наушники. Все такое.